господа, начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2012 года в Сочи в мужском одиночном катании. The International Skating Union Grand Prix of Figure Skating Final 2012, Sochi, Russia. Victory Ceremony, Men. Итак, победу в данном виде программы одержал Дайсуке Такахаши, Япония. First and the winner of the gold medal, Дайсуке Такахаши, Серебряную медаль завоевал Юзури Ханю, Япония. Бронзовым призером становится Патрик Чан, Канада. Медали вручает представитель Международного союза конькобежцев госпожа Тяша Андре Прозенс. The medals are awarded by the IUCN representative for this event, Mrs. Тяша Андре Прозенс. Цветы вручает президент Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко. The flowers are presented by the president of the organizing committee of the Olympic and Paralympic Games Sochi 2014 Дмитрий Чернышенко. Рефери соревнований Марина Саная и технический контролер Сьюзан Линч поздравляем победителя и призеров. The referee of the event, Marina Sanaya, and the technical controller, Sjuzan Linč, extend their congratulations to the medalists.
Дамы и господа, в честь победителя звучит гимн Японии. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Japan. Дамы и господа, приветствуем и поздравляем победителя и призера наших соревнований. Ladies and gentlemen, these are your medalists. Дамы и господа,
Начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2012 года в Сочи в мужском одиночном катании. The International Skating Union Grand Prix of Figure Skating Final 2012, Sochi, Russia. Victory ceremony, men. Итак, победу в данном виде программы одержал Дайсуки Такахаши, Япония. First and the winner of the gold medal, Дайсуки Такахаши, Japan. Медали вручает представитель Международного союза конькобежцев госпожа Тяша Андре Прузенс. The medals are awarded by the IUCN representative for this event, Mrs. Tasha Andre Prozens. Цветы вручает президент Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко. The flowers are presented by the president of the organizing committee of the Olympic and Paralympic Games Sochi 2014 Дмитрий Чернышенко. Рефери соревнований Марина Саная и технический контролер Сьюзан Линч поздравляют победителя и призеров. The referee of the event, Marina Sanaya, and the technical controller, Sjuzan Linč, extend their congratulations to the medalists.
Дамы и господа, в честь победителя звучит гимн Японии. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Japan. Дамы и господа, приветствуем и поздравляем победителя и призера наших соревнований. Ladies and gentlemen, these are your medalists. Серебряную медаль завоевал Юзури Ханю, Япония. Бронзовым призером становится Патрик Чан, Канада. So the bronze medal, Patrick Chan, Canada.